Итак, дорогие мои фолловеры, я снова с нами. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комменты. Ну и ставьте лайку. Будет ржака. Вот. А вот это мой кабинет. Вот тут Вакханг, там Лимонидов, тут чмо лысая бородатая. А вот здесь, дорогие телезрители, я работаю балдой. Ты кто? Лось в пальто, табло закрой, спецоперация. Ого. Ой-ой-ой. А кто же это все сделал, а? Ешьте. Спасибо большое. Ну, реально. Вкусно. А реально вкусно, хочешь? Нет, спасибо, я позавтракал. Обалдеть! Говорящий куст. Многоуважаемый куст, можно с вами сфоткаться? Падла, телефон верни! Тут куст говорящий! Как все прошло? Я заказ выполнил. Чучело. А я подумал, мы можем выдать его за киллера. Опа! Вы наблюдаете слияние подлицы с криминалой. Ты че делаешь? Все, валим. Это же важная информация. Мы же ее по крупицам добывали. Она же на вес золота. Что такое? Не все по закону, у меня законный амбет. Не платить! Именно тут учить. Тарелка, пощади! Ну, класс. Ты что там жрешь уже? Дай себе. Ой! Ладно, пес читать не умеет. Но ты же капитан. Там крайне много всего опасного для тебя. Чеки, туалетная бумага, деньги. Слышишь, меня бумага уже не прет. Не, ну чуть-чуть прет, но я могу сдержаться в конце концов. У меня знаешь, какая сила боли? О, застрял. А у меня уже 18 подписчиков, чтобы ты знала. У пса 312. Что? Да, я разместила видео. Пес ест морковь. Людям нравится. Ну тупые люди эти ваши. Граждане, люди, у вас нету утюжка согреться? Или хотя бы паяльничка маленького? Или выжигатель? Ну-ка, стоп. Ты куда? Решил подработать с макументами. Что за документы? Это старые макументы. Они с плесенью. То есть не прикрыто жрать идешь документы. Ну-ка, зашел сюда. Зашел. Все в порядке. Все в порядке. Ой, не. Макс, Макс. Что надо? Вперед. У тебя есть в машине подогрев моего зада? Нет, только моего. Здравствуйте. Угу. Здравствуйте. Капитан Гнездилов, убойный обдел. Руки вверх! Ой. Ага. Испугался? Нет, не заметил меня? Маг, чародей, волшебник. Это потому, что я мастер прятаться до упанда. Мозги. Да, Ядрилов. Гипноз – это лженаутка. Это развод для лохов. Что я там трындел, ручонками машал, до трех читал. А... Кова. Работает, смотри-ка. Ай! Ай! Ты чё? А ты что думаешь, мы мясо сырое жрать будем, а? Да вы чё, охренели? Вы же ж не каннибалы! Вы же мужики! Вы чё? Ай, печёт! На этом наша трансляция окончена. Пока. 55 тысяч. 2.